По всей стране стартует масштабная генеральная уборка. Так называется проект, который запускает Общероссийский народный фронт. Цель – справиться с незаконными свалками. О деталях активисты рассказали сегодня. В основу кампании ляжет интернет-карта, на которой любой желающий сможет обозначить нелегальный мусорный полигон. Их в нашей стране, по некоторым оценкам, около 20 тысяч. Идею создания такого ресурса в ноябре минувшего года выдвинул Владимир Путин. Как рассказали в ОНФ, стоит задача не просто обозначить незарегистрированные свалки, но и добиться их ликвидации. Заходишь на сайт, увидел, что где-то складируются горы мусора, отправляешь фотографию. Наша задача посмотреть, действительно ли это так, составить объективную картину того, что есть и с чем бороться. А уже дальше искать федеральные деньги, заставлять местную власть убрать, если это возможно, выходить самостоятельно убирать. На этом генеральная уборка не заканчивается. Еще один элемент проекта – раздельный сбор мусора. ОНФ собираются выяснить, как можно стимулировать граждан и бизнес выбрасывать отходы в разные контейнеры, чтобы потом их можно было перерабатывать.